Здравствуйте, друзья! Заготовка дров – это очень трудоемкое дело. Мы немножко заготовили дров, и у нас остались вот такие не расколотые, вот такие страшные дрова, которые, я не знаю даже, возможно их расколоть или нет. И сегодня я попробую их расколоть вот таким вот старинным дедовским колуном. Потому что никакими другими способами, никакими другими приспособлениями эти дрова просто нереально расколоть. Ну, во всяком случае, мне. Попробуем вот этим инструментом. Вот так я победила один вот этот столбик. Кучу дров нарубила. Получается, что эти дрова-то не самые плохие, потому что они реально теплые. А чем топить всякой фигней, лучше все-таки вот такую расколоть. Во всяком случае, печка очень ощущает сразу их тепло. Я, конечно, устала, но, наверное, вот у меня осталось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как раз на 10 дней по одному в день самое то.